Провести солнечный день на природе – что может быть лучше? Это прекрасный повод разгрузиться, отдохнуть от будничных забот и от тревожных мыслей, которые наверняка одолевают семьи, где отец или сын сейчас находится на службе в зоне специальной военной операции. Участницы женского движения «Пытьяха» решили поддержать такие семьи выходным пикником с игровой программой для детей. Чтобы еще раз почувствовали наши семьи заботу, чтобы они отвлеклись, сегодня солнце, замечательная погода. Вот, отдохнули, самое главное, от каких-нибудь, может быть, мрачных мыслей. Отдохнули от домашних дел, просто замечательно провели время со своими детками. Для того, чтобы этот праздник более казался таким семейным, поэтому, да, собственными руками испекла домашний хлеб, он еще теплый. Вот, чтобы все было как-то по-домашнему. Для пикника в кругу уже близких, знакомых и друзей накрывали стол сообща. На мангале поджарили сосиски, маршмеллоу, то, что любят, пожалуй, все дети. Сварили домашнего компота. Но прежде малышня нагуляла аппетит во время игровой программы. Для детей приготовлена развлекательная игровая программа, квест приключенческий в поисках скрепышей. Это то, что любят дети искать, находить. И скрепышей – это, мне кажется, любимая игрушка такая у каждого ребенка. Просто у нас она будет немножко в увеличенном формате. Я думаю, их должно это заинтересовать. В квесте ребята, разделившись на команды, находили фигурки забавных игрушек. Прикрепляли их к соответствующим силуэтам на карте. Да еще при этом выполняя задания. Например, произнося скороговорки, разгадывая загадки, показывая пантомимы или свою ловкость. Нужно помидор пронести до того щитка, но не уронить его. И тогда ваш скрипыш будет у вас в карте, и вы победители, считай. Готово? А вы болеете за Женю. Женя! 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 Конечно, после такой активной игры подготовленные угощения оказались весьма кстати. Мероприятие организовали совместно с многофункциональным культурным центром «Феникс», на территории которого оно и было проведено. Поэтому гостей пикника ожидали и другие сюрпризы. Сотрудники центра провели познавательную экскурсию по этнографическому музею под открытым небом. Рассказывали об экспонатах, о быте народов Ханты и Манси. Ну а прохождение подвесной тропы в веревочном парке Нюхаслэк вызвало восторг у всех мальчишек и девчонок. Нравится? Да. Это экстремально круто. Ребятня с удовольствием проходила все препятствия. Впрочем, судя по восторженным визгам, не меньше удовольствия принес и батут. Вам нравится тут бегать, прыгать? Да. Государство как бы поддерживает, дает хотя бы такую возможность деткам отдохнуть, поиграть вместе. То есть они хоть как-то отвлекаются. То есть в этом плане довольно-таки хорошо это радует, потому что довольно-таки много мероприятий у нас проходит именно для деток. Угу. Вот это очень хорошо. Зато эмоции наберутся, потом расскажут, да, все папе? Это да, конечно. Они потом делятся эмоциями, довольны, звонят, общаются с папой. Программа получилась насыщенной и увлекательной. Организаторы мероприятия надеются, что сумели привнести в жизнь семей участников СВО немного своего тепла, подарить хорошее настроение. Азалия Ташева, Алексей Рудич, телекомпания «Пытьяхинформ».